Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик на одного из топовых героев для PvP локаций, старенького героя, точнее героини, не знаю, как хотите называйте. Вот такая вот у нас будет Леди Лио, самая топовая сборка, что не есть. Почему? Потому что этого вам вполне хватит, чтобы завалить пачку противника и обезвредить. Этот герой раньше использовался даже на битве гильдий, но сегодня реальность такова, что она классно и круто заходит на локациях, где нужен офигенный стан. На подземках ее можно использовать, но, честно говоря, она не ахти. И еще вариант лабиринт. То есть такая вот сборка, ремка, она оптимальна, потому что вы можете поставить оживу, поставить железку, как у меня стоит. Проклятый доспех, то есть вариаций очень много. Хранитель леса на отхил можно собрать на урон. В принципе, это не страшно, она все равно себя сольет. Она имеет встроенный бастион. По созвездиям она у меня собрана больше на урон. То есть уклонение я и не ролю, так как у нее жизни там не особо много. Но в такой сборке там свыше ляма, ее все равно разбирают очень быстро. Самое основное... На 10 скилле она, ну, честно говоря, такая себе. А вот уже на 12 скилле герой, скажем так, один из немногих героев, который смотрится совсем по-другому. Сейчас я найду более какой-то попроще расту. Вот смотрите, что смотритель там с нами сделал. А вот смотрите, две зоны атаки. Она вводит героя в стан. В этом тоже один из плюсов. Сейчас... Может успеет второй раз законтачить, успела. 62%, ребят, это один герой. Вот за счет того, что две зоны атаки, реально герой стал очень-очень-очень интересным. Вот видите, даже не добежала. Ну и, конечно, все зависит от противника. Использовать ее в рейдах, ну, я не знаю... На мелких левелах, да, вот на хорошей прокачке она реально обалденно себя показывает. Вот две зоны атаки, самый основной плюс. Поехали сюда. То есть это, скажем так, такой своего рода PvP-шный герой, который входит в пачку героев, который офигенно станет. Вот посмотрите на урон. Там Минотавра уже ушатали. Посмотрите, что она творит. Реально, две зоны для атаки, это просто божественно для этого героя. С 12 скиллом, ну просто песня, а не герой. Ну, как видите, тоже станет. Вот этот хил все равно слили. Не надейтесь, что она там у вас будет там супер мега танком, либо долго будет жить. Ее основная задача — это максимальный стан. Это герой для пачки, то есть соло. Она тащить не будет. Да, она крутая, там, смотря против кого, конечно, она может разобрать 5 героев. Она не автопрокер. Единственный плюс то, что она дальник. Сейчас увидите. Вот посмотрите, как чудесно она срабатывает станом. То есть в этом плане она реально очень-очень крутая. Вот. Половину героев разобрал, но осталась одна Фрея, там и Анубис, у которого рез. У Фрея ограничения. То есть, если она по зоне бьет, это, конечно, жестко. Вот видите, 12-й скилл, он чем он хорош? То, что не одна зона уже, а две опять выжила Фрея. Потому что с одной зоной атаки, не знаю, честно говоря, герой себя, ну, не то, что не показывает себя в полной мере, потому что ну, и не хватает, во-первых, урона, и одна зона как-то маловато. Так,
Поехали. Поехали, поехали, поехали. Я в рейде пошел. Вот видите, что делает. Урона, конечно, хватает. Такой сборки, плюс баст у нее встроенный. Красиво смотрится. Я уже жду, когда я сделаю скин. К сожалению, у нас начали делать вторые скины, но не делать скины для героев, которые старенькие. Так, поехали сюда. Ну, экспедиция, как видите, тоже хороша. Она в любой локации будет, в принципе, относительно неплохая. Но это не атакующего плана герой, то есть это не танк. Это вспомогательный больше герой, который... просто тупо станет пачку, не дает ей заюзать свой скилл. Я ее использую, например, на сегодня именно в забытой пачке со станом. Можно поставить Дрейка, там Медузу, ну, Фрэнки и малыша Ника, и в эфихе эту пачку сольет. Ну как сольет, конечно, там смотритель может подбить, но если они включатся все вместе, сейчас мы попробуем это сделать, то Unreal будет просто. То есть это такие герои, которые все вместе смотрятся очень-очень даже круто. Ну и плюс, видите, железки, например, здесь, то, что стрелок мне ничего своими орнитоптерами сделать не может. Ну, по крайней, там, первых 18 секунд. Дальше понятно, что... То есть на PvP локацию это реально очень круто, плюс стан не срабатывает по ней. Дальше уже все печальнее будет. Тут Фрея, наверное, нас сейчас разберет. Посмотрите, героев как разбирает. Ну все. Сейчас нас стрелок оприходует. Конечно, единственный вариант смотритель. Да, нас смотритель спас. Хранитель леса еще. Можно ее собрать на урон. У меня она была с победным чарами. И мне тоже нравилась. Очень-очень даже неплохая получалась. У нее и атака. Еще немножко дефа. Ну, хранитель леса, как видите, более такой универсальный на сегодня. Кстати, вот Фрейю разбирать вместе там с Фрэнком, с Дрейком очень круто этим героем. Ну, смотря, конечно, какую Фрейю, но... Посмотреть, 38, интересно, сможем, успеем. Успели. 57%. В общем, хотелось бы, чтобы побольше таких героев каких-то было, ну, которым эти усиления реально давали какой-то толк и бонус. То у многих топовых героев ты их качаешь на максимум, ничего не меняется. А вот этот герой прокачанный, он нереально крутой, с 12-м скиллом уже был. Так, 40, успеем еще разок? Успели. Ну, как видите, можно набивать и даже на той же самой битве гильдий. Можно ее использовать, правда, надо правильно ее использовать, чтобы она правильно нанесла урон. Но сейчас ее ушатают. Все. Так, ну поехали. Самое интересное, наверное, это будет вот здесь. Вот оно у меня даже в пачке стоит, как видите. Я сейчас разберу все свои пачки. Просто тупо составлю пачку со станом. Стан, заморозка. Правда, не буду там уже особо собирать всех юнитов. Так, кто там у нас еще? Фрэнки. Можно даже по башку еще. Вот так вот. Даже такую пачку соберем. Так, тут у нас будет так.
поставим, чтобы смотритель был. Ну, то есть вариантов как бы очень много есть. Можно лазулю даже использовать как вариант. Давайте сейчас. Ну вот станище берем вот такой вот вариант без лазули, потому что лазуля это и так все будет понятно. Вот раз, дрейк. Дрейку поставим. Психощит, чтобы его не законтрили. Давайте малыша Ника. Тоже психощит. ПП-шка. Ну, вот ремка такая, сборка и... Ну, то есть вариаций там с какими героями использовать очень много. И кто там у нас еще? ПП-шка. Фрэнки. Тоже ремку поставим. Вот такая вот сборка, и смотрите, что у нас сейчас получится. Вот первая пачка. Поехали. Вот тут отражалка, ну посмотрите, что они делают. Да, они там 30-е прорывы, но они даже шанса не дали. То есть вот такая вот пачка, она, ну, по сути, можно без донатных таких героев собрать, к ним фиг подберешься. То есть ты им ничего не сделаешь. Конечно, бывают моменты, когда там смотритель ударит, заблокирует таланты. Но психощит, в принципе, от большинства спасает. Плюс самое основное то, что они обездвиживают героев. Ну, есть, конечно, герои, которые имеют иммунитет. Это тоже надо не забывать. Но можно собрать... Посмотрите. Вот Леди Лео, Фрэнк делает свое дело. Драйку, конечно, надо цель потом, чтобы ударить следующий залп. Она использует, получается, свой скилл. Дальше она уже, ей надо зарядиться. Вот есть, давайте попробуем такой вариант. Противогника. Вот тут пачка. Ну вот, смотрите. Неплохо, да? Разобрали на ура. То есть чисто стан, можно такую же пачку собрать с заморозками. То есть это самые такие оптимальные варианты на сегодня для таких локаций, как Забытая. Я, возможно, создам видосик, сделаю вам по поводу пачек, какие пачки хорошо собирать. Давайте попробуем сейчас еще огника найти, если получится у нас. Лазуля. Давайте против Хрона. Вот единственный вариант, что у отражалки еще тоже. Вот, видите, просто смели. Герои ничего не смогли сделать. Осталось только одна тень. Не знаю, там, наверное, у нас лабиринт уже закрыт. Скорее всего. Но в лабиринте тоже я пользуюсь практически такой же пачкой. В многих случаях очень и очень полезно. И очень хорошо и быстро проходить там противников, которые намного сильнее, чем ты. То есть собирать там заморозки, героев с автопроками. Все, у нас больше смен нету. Поехали, самого сильного бьем. То есть Фрея, по сути, ничего даже не сделала. Ее просто смели. Единственное, что мешает на сегодня, это только смотритель. Ну и отражалка, конечно, если у вас подашек не будет. Вот такие вот дела. Вот такой вот герой. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу Леди Лео, кто где ее использует. Ну, реально она для этой локации, для Забытой, самый такой один из топовых героев, потому что от нее очень, вот видите. Давайте попробуем ради интереса. На удачу. Если завалим, лепите лайки руками, ногами. Посмотрите, что они. Ну, космо включилось.
Обидно, обидно. Ну, плюс отражалка. Но все равно держится. А я-то надеялся. Сейчас, может, еще повторный заходик сделаем. Если у меня есть еще карточки. Еще разок. Ну, там прикол в том, что там есть Космо и Ледяной Феникс, который может риснуться еще разок. Поэтому... Есть, конечно, нюансы. Но все равно вы видели, как они сопротивляются. Ай, мы же его прошли. Вот я. Ладно, оставим попытку одну, пусть будет в запасе где-то. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.